Здравствуйте, друзья, меня зовут Денис Борисов, вы находитесь на канале fitforlife.ru, и сейчас я вам расскажу о упражнении, которое называется «Тяга гантелей к подбородку». Это упражнение акцентированно развивает заднюю половинку наших дельт, в общем-то, вот эту вот часть. Естественно, эта часть, как вы понимаете, она очень важна для общей ширины. Все упражнения на дельты у нас делятся на две категории. То есть те упражнения, которые направлены на переднюю половинку, это различные варианты жимов и махов спереди. И есть вторая категория упражнений, когда вы приближаете снаряд к себе, это варианты тяг. Вот, собственно говоря, проще всего варианты тяг реализовывать либо с помощью штанги, либо с помощью гантелей. И про гантели вот сейчас, в общем-то, идет у нас речь. Какие нюансы выполнения упражнения? Нюансы такие же, как в тяге штанги к подбородку. Мы стремимся опустить плечи как можно ниже. Мы стремимся думать о наших локтях, а не о снаряде. То есть мы стараемся поднимать локти в стороны и вперед, для того, чтобы у нас изолированно происходило сокращение в наших дельтах. То есть наша задача не держать руки близко друг к другу, потому что если мы будем держать руки близко друг к другу, у нас начнут подниматься плечи, начнут сокращаться наши трапеции. А упражнение у нас направлено на наши дельты. Поэтому плечи у нас не должны подниматься, они должны быть внизу. Подниматься у нас должны только локти в стороны и вперед. При такой позиции будут сокращаться непосредственно наши дельты. Причем именно те участки, которые очень важны для визуальной ширины. Технически это все выглядит примерно следующим образом. Вы берете гантели, опускаете плечи вниз и после этого начинаете движение. Обратите внимание, локти у меня не поднимаются выше уровня моих плеч. Вот. То есть вот позиция, в которой останавливается движение. Почему? Потому что если я буду поднимать локти еще выше, соответственно, вслед за локтями у меня начнут подниматься мои плечи. Начнут подниматься плечи, начнет сокращаться трапеция. Упражнение направлено на что? На дельты. Не на трапецию, на дельты. Для этого мне не нужно поднимать локти очень высоко. Амплитуда достаточно короткая. В нижней точке я растягиваю свои дельты. В верхней точке ни в коем случае локоть не поднимается за уровень дельты. При всем при этом имеет смысл даже немножко выводить руки не в стороны, а вперед. Тогда будет еще больше изолироваться задняя дельта. Берем гантели. Выдох на усилие. Размазали трапецию по спине. Опустили плечи вниз. Локти начинают двигаться в стороны и вперед. Выдох на усилие. Вот это происходит сокращение наших дельт. Это тяга гантелей к подбородку, детка.